Всем привет, друзья и гости канала. Меня зовут Дмитрий Кэт. Сегодня мы поиграем в игру под названием Virtual Reality 3. И вот, собственно, у нас этот курьер, я сыграл, у нас много все давно. Вот, создать новый профиль. Нажимаем Enter. Имя. Так, имя у нас будет быть. Ну ладно. Друзья, стрелочки. Окей. Ну, помню, мужство, страна. Россия. Продолжим. Так, ну давайте парни. Так, Так, идет загрузка, как видите. Сейчас загрузится. Так, автосохранение включено. Окей. Так, смотрим. Просто что здесь, когда начинается, тоже начинается минуты 30, или только минут 5, все показывается. Сезон 1, первый сезон. Так, выбираем. Да, здесь можно выбрать вот перелягивание, клавиши, пение. Давайте выберем вот это, клавиши. О, у нас есть здесь матрасы. Так, ребята, здесь, как видите, машина, это уже более мощнее той, ну, что я играл, была, ну, в Peugeot у меня было, она весила тоже 1200, но у нее лошадей было, ну, уже 250, ну, сколько там, а в этой мощности 556, есть 1200 и рождение 4 года. Что делать за машины? Давайте посмотрим наши ключи. Вот такая у нас Форд, наверное, да? А нет, блин, я забыл, как это машина называется. Не знаю, да. Ну, хорошо. Выбираем, значит. Так, для загрузки. Здесь даже мышки не требуются. Номер 96. Окей. Вот наша тачка такая. Гонка. Сложность и помощь. Настройка машин.
раздевалку давайте, пожалуйста, а потом уже устроим там управление. Вот, первый этап. Сейчас здесь настройки. Управление. Так. Вот. Поворот налево. Вот так у нас будет. Бум. Ну, это по стандарту, как все играют. Так, короче, пускай так будет. Все, ничего не будем менять. Вот так. Все, идем. Валим. Ух, блин. Аккуратненько вот так обходим. Ух, зараза, не толкайся. Так, ну вот, однократно у нас машинка помощнее, я так вижу, да? Хорошо. Ну блин, почему-то здесь руль поворачивается. Я здесь такой вопрос. Так, я шестой иду, да? Дмитрик. Хорошо. Шестой, как я взял. Так, классно. Отходим, блин. Ну, хорошо. Блин, я же. Плохо бита левые, хорошо, третий. Нам в этой игре нужно первым прийти. Так, давай, давай. Блин. Все. Блин, быстрее. Пять. Ёлки. Ну, быстрее. Разбили окно. Стекло, то есть. Ух, ох, все, нету окна. Ну, подбить такой третий пришел, да? Ну, продолжим, да? Все. Продолжим. Давай загрузка быстрее, проходи. Водитель, репутация, цели выполнения. Thank you.
Ух ты, Мустанг. 92-й уже, да? Кения. Хорошо. Хорошо. Опель, да? Мустанг. Опель называется. Или это вообще Мустанг? Так, погнали. Ну, блин, весь трясется это корыто, блин. Только бы не улететь. Так. Давай. Так, я, ребята, здесь подумал, может нам еще, блин, подумал проходить на GTA Vice City. Как-то я давно в нее не играл. Я последний раз, может, играл в нее, блин, как вам сказать, года 4-5 назад. Я думал попроходить миссию там. Так, мы сами вроде бы едем. А, да, нет, там сзади. Время 59 секунд. Первый, да, это первый круг был, да? Так, ну хорошо, здесь главное повороты не промазывать, хорошо не входить. Входить повороты. Изи маньел, пацанчики. Как-то едем. Километров, но она больше, машина 100 раз развивает, чем 120 до 200, как не больше. Так, блин, повороты. Угу. Так, это мы где-то в пустыне, да? Так, хорошо. Ух ты, первый приехал, и сколько там, 2 минуты уже, да? 2 минуты, 2 секунды, 180 миллисекунды. Продолжить. Так, давайте. Почему? Что за ошибка? Ладно, песня. О, не, не та. А не, мы вторые. Мы вторые. Ну, блин, уже те поехали. Какого хрена? Погнали. Догонять. Так. Это уже у нас вечер. Да, фары включены. Я думаю, сейчас ночная гонка. Это вечерняя. Может быть, еще ночная гонка. Не знаю. 135 километров. Вот последний потом ехать. Мы сбиваем. Блин, ну давай, давай. Быстрее, быстрее ходи. Это его. Я не могу.
Давай. Пятая передача. Четвертая. Пятая. Лучше на таких поворотах для меня дрифтить. Время 23 секунды. Так, хорошо, хорошо. Ну пока что все нормально. В зеркало смотрим. Ух ты, блин. Ну хрена двойники работают, открыли вроде бы, ну чё? Нет, не надо. Всё нормально. Блин, мост, ёлки. Чуть не улетел. Я не исполнял. Все-таки где-то минуту 8 секунд, давай быстрее. Набираю скорость. Есть, первые ребята, минута 30. Так, хорошо. Скажи ему привет, он улыбнется вновь. Зачем пролил здесь свет среди былых оков? Ты глянешь ему вслед, он улыбнется и уйдет. И через сотни лет солнце опять зайдет. Блин. Ну ладно, это еще один. Пойдем еще. Так, погнали на четвертый вроде бы закрепили. Все, ладно, погнали. Я думал, уже колесо пробило, что у него как-то бок, блин, стало тянуть. Так, хорошо. 24 секунды. Так, это уже другая трасса вроде бы. Я уже не помню.
Ладно, фиг с ним, главное. Ой-о, вот про что я и говорю. Про что мне пыталось говорить. Хотел вам сказать, лучше, ребята, так не делать на поворотах. Лучше сбавлять газ и там дрифтить лучше. Так, так, я, наверное, не помню. Да, блин. Мне этого давно. Я сейчас подумал. Ну понесло. F1. Все. Блин, я не пойму. Да и Зеврайт, блин, заканал уже. Своим Зеврайт. Вот я не понимаю. Чё так трясёт, блин, эту машину? Я не понимаю. Петрос, блин, не понимаю. Let's go.
не Подписывайтесь на канал.